Сотрудники Министерства внутренних дел России выявили канал поставки синтетических наркотических средств на территорию Калужской области. Нашими сотрудниками была пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в поставке крупных партий синтетических наркотиков и психотропных веществ в регион. Для хранения наркотиков злоумышленники использовали гараж, который арендовали на территории города Москвы, и в котором наши сотрудники обнаружили свыше 28 килограммов запрещенного вещества N-метилофедрон и 9,5 килограмма индола. Здесь же производилась фасовка крупных партий наркотических средств на более мелкие и разовые дозы, которые в дальнейшем реализовывались через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны трое подозреваемых в возрасте от 22 до 30 лет. При обыске по местам их проживания и в автомобиле изъято около 5 килограммов наркотических средств, которые подготовлены к сбыту. В настоящее время Следственным управлением МВД России по Калужской области собрана доказательственная база, свидетельствующая о том, что фигуранты действовали сообща и четко распределяли между собой роли. В отношении них судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование этого уголовного дела продолжается.